Выходи! Где теперь твой? Выкурите его! Подержи у себя. Лови. Заперты. Элизабет. Попробую. Готово. Половина. Что там? Комсток берет половину заработка каждого гражданина. Надо мне тоже заделаться пророком. Кажется, следы ведут вниз, в хранилище. Тебе не уйти!
Держи у себя. Вот, держи. Если я проверну это, то все их патенты? Все, мистер Финк. Зачем пророку убивать этих двоих? По той же причине, по которой мертва леди Комсток. Ребенок. Почему он поручил это мне? Только вы можете подстроить несчастный случай. Я не думаю, что это настоящая леди Комсток. Думаю, это как бы смесь ее личности и моих чувств. О чем ты? Thank you.
Попай отсюда. Нашла деньги. Лови. Где теперь твой бог? Снайпер, вон там! Можешь открыть этот замок? Уже. Все. Но вы же умерли. Я делал фото на похоронах. Да, получилось отвратительно. Обычно людям не показывают фото их мертвых тел. Выйдут столь безжизненными. Кто-нибудь по тебе!
все, кто знал правду, довольно быстро умерли. Я даже не его дочь. Я для него просто... Нет, Элизабет, послушай. Никто в мире не заслуживает того, что сделали с тобой. Бокер. Мы выберемся, ты поняла меня? И это все останется... Спасла его. Я не знаю. Это возможно? Узнай, дитя. Узнай. Будет прощен. Я должен ее догнать.
А ну, вернись! Я не дам ее забрать, слышишь? Ты, пернатый кусок дерьма! Снег? В июле? Элизабет! Ты меня слышишь? Не трогайте меня! Просто несите меня в мою башню! Пожалуйста, прошу! Это? Кто-то мечтает о деньгах. Что за черт? Кто-то мечтает о любви. Мой отец мечтал обо всем. Что это за место? Что вы хотите сделать со мной? Нам дали Эдем, но мы превратили его в Содом. Разве мы заслуживаем спасения? Господь дал Ною рыбу на Вот черт! Надо как-то... О! Так, слушай, я просто хочу увидеть девочку. Да что... Неважно, кто это был. Мне надо в кабинет директора. Что? Что это за место? Просто верните меня в мою башню. Слишком поздно, дитя. Твой отец дал тебе такой чудный дом, но ты все разрушила. Он мне не отец. Я полагаю, что сифон – нечто вроде поводка. Да, мой отец одел его на меня. Но когда вышел срок, я сама не стала его снимать. Что если без поводка я окажусь столь же покорной, как с ним? Наш разум с рождения объят грехом. Некоторые столь дики, что никогда не найдут прощения. Дитя, помолишься со мной? Нужно вырвать. Они делают мне больно. Пожалуйста, пусти моих меня. Детей. Мы исцелим тебя. Я здорова. В них нет порока. Элизабет, я доктор Хэттифолк. Я о тебе позабочусь. Ибо в чем ценность воли, если тебя. Дух... Короче, он не вернется. Следует уничтожить.
Мы не удержали ее даже в башне. И пророк... Уничтожить Агнса? Наследницу? Изменив процедуру, мы могли бы... Будет похоже на несчастный случай. Умри, урод! На пустой! Не жалейте пуль! Что, Господь? За ним! Быстрее! Обмен на свои дары! Ее яблоко? Содом и Гоморру? Род людской наделал столько долгов, что смыть их мог только поток. Так что такое Колумбия? Если не новый ковчег. Дитя готово. Пора. Даже если мы ее исцелим, вряд ли она будет слушаться. Моя дочь страдает от двух недугов, доктор. От одного ваша наука ее избавит. Второй. Операция назначена на завтра. Поешь. Все ждешь, что сюда ворвется Дэвид и спасет тебя. Уже полгода прошло. Полгода? Передашь девчонку, и долг прощен. Но в конечном итоге именно ему придется платить по всем нашим счетам. Где начинается его вина и кончается моя? Один человек обещал освободить меня от моих цепей, но потом бросил меня ради своей собственной выгоды. Хотя... В чем-то я ему даже благодарна. Он показал мне цену веры. Господь, как и я, поверил в людей и разочаровал. Что сделано, то сделано. Я не смогу это остановить. Но, возможно, я смогу помешать этому начаться. Он был моей первой надеждой. И теперь он моя последняя.
Теперь я могу спуститься и попасть к Элизабет. Завтра поводок исчезнет, потому что все это закончится. Но даже если я уничтожу Сифон, хватит ли мне мужества увидеть все двери, выбрать одну и открыть ее? И если я приведу его сюда... Элизабет! Кто сказал, держись! Что он справится с монстрами, созданными мной? Что? Это разрыв? Что за... Зачем спрашивать что? Если правильный вопрос, когда? Живет, жила. Умрет, умерла. Как видишь, Букер, безумцы захватили власть в сумасшедшем доме. Они меня больше не слушаются. Я могу только наблюдать приближение конца. Все мои силы ушли только на то, чтобы доставить тебя сюда. Элизабет, я не понимаю. Я слышал, как ты кричала. Я хотел, я шел за тобой. Мы что? Вот. Возьми меня за руку. Семя пророков зайдет на трон, и пламенем омоет людские горы. Думай о Комстоке, что хочешь, но прорицателем был отлично. Не пытки сломали меня, не промывка мозгов, а время. Время губит все, Букер. Даже надежду. Я шел к тебе. Соловей.
Он всегда останавливает тебя. Но я мог бы что-то придумать. Нет. Меня не спасти. Ты здесь только ради тебя и нее. Возьми. Что это? Это для нее. Она сможет прочесть. И что тут? Просто совет. Совет о чем? Как не стать мной. Я вернулся. 1912-й. Она еще не... Время есть. Элизабет! Вы двое! Если что, используйте сифоны. Если она откроет хоть один разрыв, оно... Камсток! Что ты с ней делаешь? Оставь ее! А, Дэвид! Как там говорится? Кто не успел, тот опоздал. Должен туда попасть. А если отключить машины наверху? Нет! Нет! Выключи! Пожалуйста! Пожалуйста! Может, дать ей успокоительное? Пророк говорит, боль — это часть процедуры. Хм. Когда тело кричит, душа внимает. Слышишь эти крики, Дэвид? Вот цена твоего вмешательства! Ты ввел мою дочь в искушение! Она не твоя дочь! Может и нет, но будь уверен, она ей станет. Да сдохни уже! Усыпить, а он отключит второй? Мы не сделаем этого. Милосердие удел Всевышнего. За ним, быстрее! Дружай! Отправишься в ад! Элизабет, я уже бегу!
Не бойся, я здесь. Я помогу. Готова? Давай же. Сейчас. Помоги мне. Кое-кто передал это тебе. Что это? Просто прочитай. Твой сон на Нью-Йорке сбывается. И я... Именно я... Она подсказала, как сбежать от соловья. Найдем дирижабль и улетим. Букер. Париж, Элизабет. Помнишь, ты же так хотела... Мы остаемся. Мы должны найти Комстока. Почему? Ты видел, что он сделал со мной. И я его остановлю. Значит, пойдешь и убьешь его. Не тебе читать мне мораль, Букер. Я слишком хорошо тебя знаю. Я не дам тебе его убить. В самом деле, Букер? И как ты меня остановишь? Да никак. Просто я убью его за тебя. Ладно, идем искать пророка. Снаружи дирижабль Комсток. Он называется «Длань пророка». Откуда ты знаешь? Я здесь уже давно. Насколько? Достаточно. Элизабет! Сейчас. Надеюсь, Комсток получил все, что хотел. Недолго ему осталось радоваться. Бессмыслица какая-то. Тут все написано знакомым шифром, кроме этого знака. Это клетка? Она что-нибудь говорила об этом? Нет. Можешь это открыть? Легко. Смотри! Это длань пророка. Флагман Комстока. Нужно пробраться на борт. Стой здесь. Я разберусь. Мы идем туда вместе или я иду одна? Я хочу убедиться, что все сделано. О, Дэвид! Ты борешься с пророчеством, как камень, ущенный из пращи. Как высоко он взмывает! И как стремительно падает под действием неумолимой силы притяжения. Защити же мой кров. Ты слышишь? Скорее прячься! Это заготовки? Уже нет, не заготовки. Оглянись, Элизабет. Я построил все это ради тебя. Ты моя кровь, моя наследница. А что для тебя сделал Дэвид? Он же использует тебя. Этот! Сейчас! Господь судит, и я действую. За Отечество! Мне
это челнок доставит нас на план Пророка. Корабль «Длань Пророка». Ожидаю подтверждения. Принято. Отправляемся к «Длани Пророка». Как думаешь, можно искупить все то, что мы сделали? Искупить? Не вижу смысла. Букер, ты боишься Бога? Нет, но тебя боюсь. Вон там! Люди там столько! Они пришли нас встретить! Слева еще одна канонерка. Букер, ракеты! За ним, быстрее! Смотри, это нормально. Они хотят напасть на флагман. Надо приземлиться под ним и пробиться наверх. Или можем просто улететь в Париж. Если хочешь, высади меня. Это не твоя война, Букер. Я тебя не брошу. Я знаю. Гляди, вдоль всего флагмана тянутся трассы. И везде эти капсулы механических патриотов. Похоже, их оттуда сгружают.
лучше держаться от этих капсул подальше. Комсток должен быть на самом верху. Вперед! Взгляни на него, дитя! В нем есть что-то такое! Даже не поймешь, что! Скоро ты узнаешь, насколько он хуже меня! Ведут на верхнюю палубу. Если убрать с трассы эти капсулы, мы откроем путь к верхним палубам. То, что нужно. Я узрел семена пламени, что подготовится дом под нами к пришествию Господа. Но не я водружу знамя над покоренным миром. Это сделаешь ты, Элизабет. Ты сделаешь это. Трасса свободна, Букер. Что-то не так. Почему же так медленно? Не знаю. Придется нам тут посидеть.
Четверть капсулы уже готова. И это все? Букер. Лавина. Наша цель – справедливость. Патриот, вон там! Казнить его! Помни, отпишись! Три четверти! Да чего же медленно? Берегись, патриот! Помни, обвинь яростью, сплоченный кровью! Возможно, я успею сразить тебя, Дэвид. Или ты сам убьешь себя раньше. Ты всегда был склонен к саморазрушению. Еще палуба. Тут я сам разберусь. Нет, я пойду с тобой. По этой трассе можно подняться к пророку. Ты хочешь начать все заново, но прежде время обернется вспять.
чем ты найдешь прощение. Не все грехи можно искупить. Это моя башня. Что это? Сифон. Я это видел. Я слышал, как ты поешь. И машина в ответ начала двигаться. В гробнице моей матери был такой же, поменьше. Они иссушали меня. Может, поэтому я не могу? Что? В детстве я не просто открывала разрывы, я могла создавать свои собственные. Могла пойти, куда захочу. Но в башне... Да, я сейчас буду. Отойди. Я убью его. Букер, нет. Это наше с ним дело. Ты сама идешь в ловушку. Мне нужно это сделать. Подойди, дитя. Ну же, я не кусаюсь. Ну и ну, как ты выросла? Скажи, что я? Ты только взгляни на себя. Эй, пусти ее. Элизабет. Я всего лишь хотел оградить тебя. От чего? Семя пророка взойдет на трон и пламенем омоет людские горы. Архангел сказал еще кое-что. Бойся, пророк. Бойся ложного пастыря Букера Девита. Он стеной встанет между ней и ее судьбой. Почему? Я дурак! Я посылал армии, чтобы остановить тебя. Обрушивал на тебя огонь с небес. Как же я ошибался. Надо было всего лишь рассказать ей правду. Спроси его, дитя. Спроси, что случилось с твоим пальчиком. Спроси, Девита. Пусти меня. Давай, спроси лжепророка. Расскажи ей, лжепророк. Расскажи ей о ее пальце. Пусти меня. Она твоя дочь, сучий выродок, а ты ее бросил. Стоило оно того, а? Получил, что хотел? Букер! Отвечай! Нет, Букер. Отвечай! Все кончено! Ни черта не кончено! Букер! Засадил ее в клетку на всю жизнь! Букер! Отрезал ей палец! И винишь меня! Букер, прекрати! Ты убил его? О чем он говорил? Скажи, что он говорил про мой палец? Я не знаю. Я думал, ты родилась такой. Не знаю. Твое лицо. Кровь идет. Что? Элизабет, клянусь, я не знаю, что он имел в виду. Знаешь. Ты просто не помнишь. Нет, я тебе докажу. Мы разрушим сифон. Ответ спрятан за одной из дверей. Осталось его найти. Разрушим сифон? Это же вся башня, Букер. Как мы это сделаем? Не знаю. Но я что-нибудь придумаю. Элизабет! Клетка. Клетка, что же это? Что дальше? Что же она хотела сказать? Клетка. Кейдж. Может быть, попробуем? Они говорили, мол, знают, что для нас лучше. Букер? Мол, знают, что будет дальше. Приготовься. Ты знал, что так Похоже, будет, Похоже, они идут на абордаж. Твоя дочь не займет твой престол. Мы отправим ее в могилу. Эй, что делать? Мы должны спеть ему. Кому спеть? Элизабет, перестань. L-G-E-S.
Это не буквы, Букер! Это ноты! Мне нужно, чтобы ты меня защитил. Сделаешь это ради меня в последний раз. Прошу. Давай. Давай. Давай, давай, давай! Букер, он поможет нам! С флотом народников! Ракета, Букер! Букер, скажи Соловью, куда лететь. Дейзи Петрой говорит только... Бей по канонерке! Букер, сюда! Народники! Доберемся на нем до острова монументов. Букер, канонерки! Готовься! Букер. Я тебя лично прикончу. Смени канонерку. Это еще не конец. Готов, Букер. Вы думали, улицы выстланы золотом, но они залиты кровью и слезами. Нашей кровью и нашими слезами. Но сегодня наши слезы станут золотом, а ваши станут кровью. Дирижабль! Несем смерть!
нравится мне это. За Дейзи! Зови его! А что, неплохо вышло?
Букер, подойди. Что? Что это такое? Смотри, ты можешь приказать Соловью все разрушить. Уничтожь Сифон. Ты этого хочешь? Только так мы найдем правду. О моем пальце и Комстоке, обо всем. Снеси все. Все до основания. Она нападет! Где он? Где он? Элизабет, прости. Что это за место? Элизабет! Это дверь. Одна из многих. Сюда. В каком смысле дверь? О чем ты? Куда ты идешь? Ну давай же! Нам сюда! То, что Комсток сказал про палец... Ответ здесь. Ты... Сюда! Сюда, Букер! Нам нужно вот сюда. Зачем? Что происходит? Элизабет, что ты имеешь в виду, эта дверь? Я должна показать... Наверняка тебе. Я об этом пожалею. Город на дне океана. Вот бред. Разом. Боже, как красиво! Ты про звезды? Ну давай же, давай! Нам сюда! Давай! Ты это откроешь? Бестолку. Черт! Я думала, здесь я наконец смогу контролировать это. Казалось... Что это? Это ключ. Откуда он взялся? Он и был здесь, я просто не видела. Видишь? Не звезды. Двери. Двери куда? Куда угодно. Осталось только выбрать. Что это за маяки? Почему мы... Кто? Миллионы. Миллионы миров. Разных и одинаковых. Константы и переменные. Что? Всегда есть маяк. Всегда есть человек. Всегда есть город. Откуда ты знаешь? Я вижу их сквозь двери. Тебя,
себя, Колумбию, Соловья в чем-то разных. И в то же время одних и тех же. Константы и переменные. Да. Смотри. Это же мы. Не совсем. Мы плаваем в разных морях, но выходим на тот же берег. Начинается все всегда с маяка. Я не понимаю. И не нужно. Это произойдет все равно. Почему? Потому что это так. Это было так. И будет так. Столько вариантов на выбор. Они все ведут в одно место. Где все началось. Я сам решаю, куда идти. Букер. Все уже решено. Знаю это место. Я был здесь лет 20 назад, наверное. Сразу после Вунда Дни. Я искал... Быстрей! Времени нет! Зачем ты был здесь? Готов ли ты стереть прошлое и очиститься от грехов? Готов ли ты родиться заново? Возьми меня за руку. Нет. Нет, я не хочу. Но ты ведь уже это сделал. Ты готов родиться заново? Да. И покаяться? Да. И отринуть порок? Да. Хочешь ли ты покончить с прошлым, смыть все грехи и переродиться в крови Агнца Божьего? Да. Иисусе! Омой грешника. Нет, нет, нет. Даруй Постой. Ему новую Прекрати. Жизнь. Нет! Что ты творишь, Дэвид? Убери Сын. Руки! Сын мой! Врач! Ты этого не сделал. Думаешь, купание смоет все мои грехи? Давай-ка валить отсюда. Эти твои двери. Разрывы, да? Ну так открой один. Открой в Париж. Я сыт этим по горло. Только когда найдем Камсток. Камсток мертв! Нет. Он был здесь. Сюда. Что с моими долгами? Передашь девчонку, и долг будет прощен. Это тот, кто нанял меня найти тебя. Правда? Да. Девчонка за долг. Погоди, нет, нет, все не так. Что это? Нет, не было никакого ребенка. Я помню... Нет, ребенка не было. А если бы и был, я бы не отдал его этому типу. Букер, ты не покинешь комнату, пока не отдашь. Дэвид, у нас мало времени. Передашь девчонку, и долг будет прощен. Ну давай. Нет. Можешь ждать сколько угодно. В итоге ты все равно отдашь ему то, чего он хочет. Откуда ты все знаешь? Я вижу все двери. И все, что за этими дверьми. И за одной из них я вижу его. Камсток. А есть выбор? Долг уплачен. Камсток отпускает тебе все грехи. Передашь девчонку, и долг будет прощен. Не было ребенка. Был договор, что я отправляюсь в Колумбию за тобой. Букер, у тебя кровь. Нет, я помню, что я помню. Теперь мы его расстроили. Думаю, хуже уже не будет. Идем. Что мы здесь делаем?
Камсток мертв. Мы можем просто, просто жить, как жили. Мертв? Как Чэнь Линь? Как леди Камсток? Нет. Он жив в миллионах, миллионах миров. Все кончится не когда он умрет. Чтобы все закончилось, он должен никогда не родиться. Эй! Давай! Сделка отменяется! Слышишь? Верни ее! Порядок! Верни! Давай! Порядок? Верни мне ее, ублюдок! Готово! Давай! Нет! Нет, нет, нет! Глушите машину! Нет! Глушите ее! Она! Глушите! Она! Быстро! Верни мою дочь! Нет! Анна. Анна! Нет. Нет. Прости. Прости меня, Анна. Я не хотел. Ее нет, Букер. Анны нет. Ты провел в этой комнате наедине с раскаянием. Почти 20 лет. Но однажды пришел человек. Предложил шанс на искупление. Шанс того, что мы снова будем вместе. Ты даже ничего. Анна. Анна. Мне так жаль, Анна. Думаешь, он сам себя клеймил в качестве наказания? Хм. Не лепится. Что сделано, то сделано. Что сделано, будет сделано. Хм. Клеймо его власеница, а он наша. Видишь? Он собирает все воедино. Ты так доволен своей теорией. Создает новые воспоминания из старых. Да, мозг адаптируется. Я знаю. Я это пережил. Букер, очнись. Букер, очнись. Здесь все это началось. Я тебя продал. Продал. К твоей чести, ты пытался уйти от сделки. Это все, Камсток. Что, если я вернусь и убью его, пока он ничего не сделал? Все приходит в движение. Как узнать, насколько возвращаться? Остается только одно. Вернуться к моменту его рождения. И задушить сукина сына в колыбели. Уверен, что хочешь этого. Придется. Только так я исправлю то, что сделал с тобой. Я должен. Букер Дэвид, готов ли ты что родиться это? Заново? Почему готов мы вернулись? Это не то же самое место, Букер. Конечно, я помню. Постой. Готов ли ты навсегда не... покончить с ты прошлым не... и начать кто жизнь ты? С чистого листа? Ты выбрал уйти, но в иных мирах ты не ушел, ты принял крещение и родился снова другим человеком. Камсток. Все это порог должно кончиться, чтобы никогда не начаться. Но не только в этом мире, но во всех наших. Удушить его в колыбели. Задушить грешника. Даруй ему новую прежде чем выбор жизнь. Сделан, прежде чем ты переродишься. Какое имя ты возьмешь себе? Он Захари Камсток. Он Букер Дэвид. Нет. Я и то, и другое.
Анна? Анна? Анна, это ты?